И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик. Для меня он сегодня будет такой вот необычный, можно так сказать. Сегодня я хотел бы упомянуть в своем видео игрока, который, блин, меня очень сильно удивил. Зашел я вчера в рейтинге поздно вечером, но уже не стал записывать видео, уже не было возможности. Ну а сегодня, придя домой, я думаю, что стоит записать все-таки видео про данного игрока. Не знаю, понравится вам данное видео или нет. Если вам понравится и вы хотите, чтобы вообще что-то подобное у нас было, чтобы я смотрел рейтинги там, смотрел игроков каких-то нагибающих, меня чем-то они, если удивляют, там могли бы вы мне также тоже скидывать каких-то там знаменитых, не знаю, там нагибаторских каких-то игроков, чем-то, которые удивляют вас или что-то в этом роде. Но данный игрок меня реально удивил, и я подумал, что если я не запишу ролик по данному игроку, это будет как-то неправильно. Все-таки парень, я не знаю, каким образом, вы просто посмотрите на эту цифру, но я не знаю, каким образом реально было накопить за одну неделю, вернее, даже не накопить, а набить 1 415 000 кристаллов. Это очень-очень большая цифра. И как он ее набил, я пока вообще не понимаю. Вчера, зайдя в рейтинг, я просто офигел. Потому что данную цифру я не знаю, кто бы смог перебить. И вообще, в принципе, за рейтингами я, конечно, не очень так часто слежу. Но вчера я зашел, решил что-то посмотреть. А сколько, интересно, вот за эту звездную неделю мог кто-то набить. И тут я увидел цифру 1 400 000 кристаллов. Я был просто в шоке. Это такая здоровенная цифра за неделю. Это в среднем он за день набивал по 200 000 кристаллов. Вы только вдумайтесь. Безусловно, это, конечно, с премиум аккаунтом было набито. Но все-таки это очень большая цифра. И как он ее сделал, я не знаю. Пишите по этому поводу в комментарии, если есть у вас какие-то мысли. Ну, а мое предположение будет что-то вроде режима, я думаю, Джиггернаута. Сейчас как раз-таки зайдем, посмотрим, сколько он... Да, в данном режиме он набил 103 часа, уже 400 000 опыта. Я думаю, что он играет именно-таки в этом режимчике. Набивает именно здесь свои кристаллы, потому что, по сути, данный режим, если играть на основном аккаунте, является самым выгодным. И, в принципе, вполне реально набить на нем столько кристаллов, но это сколько надо времени потратить и насколько вообще жестко надо позадротить за одну неделю, чтобы заработать столько кристаллов, конечно. Я был реально, ребята, в шоке, и смотря вообще на этот аккаунт, если так подумать, легенда 8, ничего такого сверхудивительного нету, но его соотношение заработанного опыта, не знаю, видите вы сейчас мой курсор или не видите, но я копирую количество его опыта. Кто не видит, то это 3 118 000 опыта, а заработанных кристаллов на аккаунте 10,5 миллионов. Это очень хорошее соотношение, и по эффективности данный игрок занимает 3-е место. Я очень надеюсь, что данный игрок не занимается никакими прокачками, и все эти кристаллы он заработал сам, используя, например, тот же матчмейкинг, как я уже и сказал, Джиггернаут, потому что, ну, я серьезно, я не знаю, какой может быть лучший режим, чтобы набить такое большое количество кристаллов, при этом, ну, набил он 176 000 опыта, да, в принципе, он мог играть марафоны, какие-нибудь полигончики ЦП, но я не знаю, честно, я думаю, что все-таки в каком-нибудь Джиггернауте, при том количестве часов, которое у него в нем имеется, я думаю, что это вполне реально, что именно там он их набивал. Так что вот такой вот какой-то ролик, я думаю, что он не такой длинный, но очень-очень интересный, по моему мнению, что есть такие игроки у нас замечательные в игре, которые уделяют столько времени, ну и, конечно, делать такие рекорды, это прям вот реально для меня, это прям жесткий самый рекорд, я думаю, вы тоже очень сильно удивились, потому что такой здоровенной цифры я точно никогда не видел. Поэтому, если вам понравилось данное видео, и вы хотите, чтобы что-то подобное у нас выходило на канале, то обязательно поставьте лайк данному ролику, подпишитесь на канал обязательно. Если вдруг еще не подписаны, нажимайте также на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.